сам асфальт, сейчас я угадаю. И вот тогда это можно. Повел, у него всегда, ну, такие очень харизматичные номера. То есть я думаю, господи, ну как же соответствовать? Вот, и вдруг подхожу к Повелу, и он мне говорит, спокойно, я нашел для нас музыку. И Повел говорит, я прям только тебя вижу вот в этом номере. Вот в этой песне, все, берем. Я так, ну, хорошо, давай. Вот, и когда я уже стала ее потом прослушать, я поняла, наверное, что он увидел. Вот как раз вот это озорство. Тогда начинайте с Чайковской. Нет, сихо можно посчитать. А здесь бы я просто, я бы раз, лицо поменял и потихонечку. Ноги делать, да? Ну, она, Яна-то всегда была огонь, буря поддержек, в спорте когда каталась. Шпагатов. Да? Ну да, поддержек, шпагатов, очень пластичные. Правда, я переживала, получится или не получится, но спасибо большое вам за веру и поддержку, за то, что дали возможность проявить себя, вот, пошалить. И мне кажется, каждый из нас вот хочет как-то иногда впасть в детство. Вот у меня выдался такой шанс пошалить. Посмотрим, насколько ты нашалишь.
Буяна нашалилась. И вообще, с кем еще шалить внучке, как не с любимым дедушкой? То, что дедушка и внучка, я в этом абсолютно уверен, иначе зачем седины добавили Повелосу? А вот со сложностью и от исполнения Бьорк там же были такие взрывы по темпу, по музыке. Где все это было? Я, например, счастлива, я удовольствие получаю, что насколько Яна раскрылась и как она вписалась в этот проект. То есть такая струя свежего воздуха, конечно, она может шалить, крутиться, вертеть ее можно с удовольствием, что она и показывает. Но, конечно же, номер мне понравился, и он такой театральный. А я, знаете, что запомнил? Как Яна пальчиком пересчитывала членов жюри. И, по-моему, когда показывала на Татьяну Тарасову, у нее палец задрожал. Яна Хохлова и Повелос Манагас. Оценки за технику. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Оценки за артистизм. Все 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 12 баллов ровно. Игорь Анатольевич, в этом номере сыграло абсолютно все. И новые элементы, которые постоянно Повелос Манагас придумывает для своих номеров. И реквизит тоже был здесь не лишним, правда? Это потрясающе. Вообще, это очень жизненно, потому что мы, фигуристы, настолько любим свою профессию, что действительно спим в коньках, в ботинках, мы не раздеваемся. Вот. Большое спасибо, что в финал номера она не ушла в кровать в этих ботинках. Вы знаете, вот это тот случай, когда, наверное, многие заметили, что была небольшая техническая ошибка при сцепке ног. Ну, вы знаете, ребята, о чем я говорю. И вот это тот случай, когда рука не поднялась, как говорится, снизить за этот небольшой трючок, который не удался, снизить оценку за технику, потому что все остальное было прекрасно. Спасибо, ребята. А мне как раз очень понравилось, что они сочетали эти фантастические образы, которые мы прочли, которые... ну, вот я не переставала улыбаться весь номер. Вот я как начала улыбаться с первого накрывания в кровати, вот так до конца я улыбалась, и это очень приятно было. И как раз я обратила внимание на то, что и не ушло мягкое скольжение, которое присуще Павелосу, и... Как-то очень органично вы вместе смотрелись, и, Саш, здорово найдены образы, то, что ты использовал это озорство и такую юность Яны и опытность Павелоса вот вылилась в такой номер. Абсолютно здорово, и мне понравилось то, что как раз использовали не только поддержки, которые Павелос делает, но и то, что очень-очень органично Яне, все ее растяжки, все ее шпагаты фантастические, которые мы любим еще со спортивных программ, и как-то по-новому это зазвучало. В общем, ура! Татьяна Анатольевна, внучка фигуристка, дедушка тоже фигурист. Возникает вопрос, куда же подевались родители? Наверное, они тоже фигуристы и уехали на гастроли. Родители, он сидит, тоже на коньках. Он же родил этот номер. Трогательно, нежно, игриво. Правдиво, прелесть, что такое. Ново, смешно, изумительно. И я думаю, что Яна пришла уже на эту сцену, потому что этой нашей ледовой сцене не будет конца, если есть такие фанаты и выдающиеся исполнители. Спасибо за счастье общения с настоящим искусством. Я с таким восторгом наблюдала за вашим номером, Ян, особенно за тобой. И ты так вкусно все изображала, что мне хотелось просто выпрыгнуть и с тобой похулиганить. Что скажешь на эту тему? Взяла бы меня с собой? Ну, тебя бы, безусловно. Вот, на самом деле, я хочу сказать, что я... действительно очень нервничала перед этим номером, потому что тот образ, который вот нам Саша с Игорем предложили, и с этой музыкой, как бы на самом деле нужно было очень ярко отыграть. И я, изначально услышав эту идею, я так засомневалась, получится ли получится. Но потом решила, почему бы не попробовать, раз не здесь, где еще. И спасибо, хочу сказать, Повелосу за то, что он оказался таким замечательным дедушкой.
Вот, и спасибо всем судьям, действительно, за такие слова. Очень приятно слышать. В общем, пошалить можем после вместе. Ну, конечно, мы старались с Яночкой, с нашими творческими вдохновителями, с Сашей и с Игорем. Спасибо вам большое. Для меня, конечно, честно признаюсь, большой сюрприз, что нам поставили такие высокие оценки, особенно судья номер 3. Потому что за мизансцену в середине мы все думали, сколько будет, 5-7, 5-6 или 5-0. Или 0-5.